вопрос. Себя, вот мне ДК, мне похуй на эту касту. Мне можно, блядь, не ебать голову с пельменей? Они же мне урон не наносят. Нельзя, я после боя посмотрю, кто сколько пельменей съел, и это будет ГП. Мне же на них похуй. Мне нет. Пожалуйста. В смысле, я имею... Нет, я имею в виду... Вот там на мне висит, он мне ничего вообще не меняет. Он на всех влияет. Ну, хосту, блядь, режет, я Владу хоста вообще никак никуда. Почитай внимательно, дебаф. Ну, блин. Вага, можно экспресс-тактику, пожалуйста, этот первый раз? На этом серии. Рейндж 8 держишь между РДД зоны, дамажишь босса, да, сферы разносят, в РДД кэмп сбегаешься на одну сферку, ловишь дебаф. Желательно поймать 3 таких дебаф, чтоб тебя не задуло ветром. Изи тактика. Расскажи по приоритету, как сферы выносят из мини-зоны, пожалуйста. Тот, у кого слабее дамаг, тот и выносит сферу из мили-зоны. Более чем уверен, что вы все лупитесь в свои скады и рекаунты. РЧ на пул повторный. Это у меня рекаунта вообще нет. Начинает Луцинь. Войт меняет пул по отчету. Йоту наноси. Куда? Тут нормально, но я, блядь, один пельмень, сука, свалил. Всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец.
Уже лучше. Он, конечно-то, там вот этот зеленый, и лужа вообще не в тему. Энджи, у тебя офспек медведь. Луцин, не знаю, на какой офспек ты ролишь. Полина, у тебя офспек тоже медведь? Это на медведя тюрьмовый посох. То есть Энджелу, Цинни, Черная Ночь, вы все ролите на третий спек, верно? Нет? Я на третий, да. То есть ты себе на медведя, Энджи, на второй спек. Полина. Так на ПВП за фулл ГП забирай. Ты не в курсе, такая тема есть, Хан? Говоришь мне на ПВП... Полина, ты тут? На спек это какой? Третий, второй, нет? Чего там? Я, наверное, когда-нибудь от друидов услышу, что они на четвертый спек. Так, как если тебя ждем. Это есть такой охуенный спек как раз для ПВП. Сова, блядь. В хиловском шмоте, блядь. А почему они, блядь, только один спек добавили? Ну как на офе. На офе три ветки, три спека. Сантай, нажми мейн спек на кровь. Санте, у тебя есть, что ли, эта кровь? Пишет, нельзя присвоить этому игроку. Скорее всего, квест не сдал. Поставьте шкаф. Рада, когда ты будешь полноценным варом, а не багом? Санте, ну давай, речи квест, давай, делай что-нибудь. Может, кровь посмотрим. Багу. Да уже ты петь заберешь. Когда один кусок будет, и он выпадет. Где там этот квест сдается на палку? Аметистовая какая-то там хуйня. Антей, ты будешь это сейчас делать, чтобы кровь забрать или нет? Скажите, он там телепортнулся, нет? Да оставь, потом разберемся. Она будет валяться в этом боссе. Он дал ранее уже. Там 2 секунды добежать до замка, сдать ему квест и все. Ну я тоже это на 2 минуты. Че, можно туда выйти, чтобы не тикала бутылка? 2 минуты можете офыкнуть, пока ждем. Скажите, такие. Луцинь, это ты не можешь 4-й кусок на медведя взять? Не он один не может 4-й кусок взять. В 16 минут все были уже на месте, готовы к пулу. Просто здесь 250 ГП. Что он тут такого набрал? Такое количество ГП. Либо он клятву забрал. Клятву. Ну, значит, ты посчитал, что клятва тебе больше нужна, чем твой 4-й кусок. Чё тогда сидеть говорить, что ты не можешь никак свой 4-й кусок? Я тут.
РЧ на АФК. Заходим все на мейнов, винков. Повторная РЧ на АФК. А у нас нет демона? Чехова заставляйте. Ждем Кирса. У Чехова демона нет пока. Ну, Даркеса же есть демон. Ждем Кирса. Как появится, сразу пулим. Пул по отчету. На боссе Луцинь, Войт на слизнях. Да что не так? Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Народ, я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Малый в миле один. Большой. Фарада, ты два царик, ты четыре даешь? Да. Хорош. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы.
Ого! Да я поэт! Потрясающе! Кирс, у меня плащ надо заменять. Мне надо арбалет заменять. Просто Т5 сам по себе статов больше дает стабильно. Ну и 4 шмотки Т5. А чё у нас Энг-шаман второй категории не дамажит? Он в Т4. Я слышал, Энг-шаман и третьей категории дамажит. Он Т5 поутает, поставит свой тотем нахуй, может я ФК, блядь, и будет топ-1. Осколок лежит. Окей. На этом трэше, пожалуйста, не АФКшите. Ну да, остальное можно. Ну этот прям очень больной. Добро. Забрал? Даркс. Наверх поднимайтесь, контроллеры. Только раз Вага тебе прокнул на хосту. Аккуратно забирай. Огнелом. Ну вот этот последний босс. Ни разу. Короче, хуйня какая-то. У меня дерьмовое зрение. Че, плюсов одинаково абсолютно? Конечно нет, он первый катер. Вторая. Что плюсов? Последнего плюса у меня еще нету. Один больше, и все. Ну, как бы у него еще и випка больше, он, соответственно, может больше количеством силков пользоваться. Сколько, кстати, у тебя 8 упал? 381 использовать могу, 340. У тебя и усилков больше, чем у меня. У тебя, бля, плюсов больше, усилков меньше, я такая. У меня 339, блядь. Один усилок, это вообще хуйня. Больше? Ты кнопки плохо жмешь просто. По-любому. Да нет, слушай, там пошло на крит, не поперло. Уже имеет смысл. И очень большой. Крастухлый тому показать. У меня там вообще с крытом плохо было. Бля, я не того, что ждем. Да, это было немножко странно. У меня таргет слетел почему-то.
Я еще сплю, походу. До сих пор, блядь. А РСХМ же после целка будет, да? Да. Вам нормально? Если Джайну убьем, не забывай. А Джайну релизнули вообще еще? Должны были, да. Ну вроде как она уже стоит. Она не так не поменялась, блядь. Вряд ли. Так вот что с ней сделали? Может сломалась, блин, и все. Это правили, сломали просто. Как на Ола, типа душу духи не резают. Типа что-то такого произошло. Вот и все. А когда-то духи резались? Да. Я не знаю, два года играю, блять. Блять, огонь. Я слышал, какой-то Вася говорил там на каком-то стримере, что типа они не знают, почему, блять, они в мире резают, а на Ола не резают. Я тогда подохуел такого ответа. Не знаю, знаешь, почему такая хуйня. Так, все, всех поднимайте. Сейчас вам рыбу поставлю. Луцинь на двух справа. Рыба стоит. Войт спекается в сову, йотан в танк. Вот он танкует Келесета. Мне в дверь стучат. Сейчас. Это коллектор не открывает. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Рче на АФК и пул. Алину ждем, как придет пулем. Я тут. Пул два счета. Йотун, кились. На мне, блядь. В начале сагеров кто-то, блядь. Ты его на третьей секунде. Ты в курсе? Сфер.
сила сферы питает меня. Прольется кровь. Моя чаша полна. Прольется. Насладитесь болью. И прольется кровь. Вы видите свих? Нашел уже. Сфера. Прольется огромная сфера. Сделала меня неуязвимым. РДДшки, не дай бог кинетика упадет. Под боссом падает. Ворот падает. Прольется кровь. Моя чаша полна. Насладитесь болью. За мной, надо мной, надо мной. Обетики Люсета. У ворот не стойте. Гребаный плащ. Там катушка упала. Да, катушечка красная. Забирай, Даркс. Кирс, катушка, по-моему, это все, что полезность этого босса, блядь. Плащ. Лица хуя. Плащ тоже, наверное, да, да? А танк? Этот пак добьете, следующий пульт дайте, лут раздать. Этот баг в лутмастере никак нельзя убрать. Даркис, давай. Сантейн, нажми чего-нибудь.
выбери тактика. Не надо еще. Пульте дальше. Я-то в эти не. Ладно. Санте, я ж тебе сказал, сделаю, но не сейчас. Что-то тихо было, тебя слышно? Что сделаешь-то, уже интересно. Что-то неприлично. Чубан? Ты делаешь шелбан? Да, он в начале рейда говорил, скоро он может переделать. Но это не точно. А что Энху дает демон? Такая же магия ебаш. СПД. Они поначалу одеваются, даже бегаются. Уже там много, по-моему, у него молния шпрокает от автоатаки или чего. А-а-а. Тем более, если он в Т4, он там фулл скорость забитый должен быть. А куда у нас взялся один человек? У нас же вроде фулл рейд. Да, мы изначально шли 24. Да. Съебнул по-тихому. Чё, кстати, по поводу Жатена? У него заметка стоит Frost ДК, а бегает он под ДК, блядь. А это какая-то проблема? Ну, блядь, для Милика 20% хосты. У нас Энх. Ну, Энх дает только 16%. Да, если он тотем не вкачан. Но у него вкачаны. Я не знаю. Нет. Где вообще тотем? Ты видел тотем на хас? Да вон, смотри. Да, у него все вкачано. А в бафе что-то 16 пишет. Спекайся, Ютон. Ничего никто не спекается. Ютон остается в бладе, у нас Есен хапнутым талантом. Босси Луцинь, Войд делит зеркало. Че на бафы пул. Кирс. Дима, нервишки? Нет. Кирс Горн, ты где там? Он просто смешно так делает. Да-да-да. Ждем Кирса. Так вот лежи. Я буду греться. Давай. А по укусам все знают? В разнобой. Смотри, как хорошо спинку греет. Соответственно, кто забрал первый укус, второй отдается Даркис. Третий отдается Фростгорну.
Если Даркис берет первым, он кусает Фростгорна. А Даркис это кто? А если, найди. А если я беру первый? А ты получаешь-то опиздюлей. Еще раз рче на пул. Адана. Кирс, прием, ты где есть? Давай начнем с него. А если на него кинется? Типа зеркало, блять, не зеркало, а пакт, лужа. Стоит сзади рыда, это плохо будет. Они слаки. Ну, наконец-то пул по отсчету. Пора вихрь прижимать. Прекрасный пул. Дарк, искушаешь Кирса. После Кирса кусаешь меня. Лучше не стань, где я, чтобы грейд было видно. Лага, обнови, расколоть успеешь. Чуть пониже. Даркис, убейте. Обновил, но не знаю, успел, не успел, не видно. Вы в центре стояли, Даркис убить не могли. Энджи, поднимай Даркиса, пока тут Р2. За таракал, блядь, чё меня убьём, нахуй. Thank you.
В воздухе только не добейте. Сопните. Обыскать можно. Ну, топ-трейна для ПВП жалко не работает. А для хилов какая трейня? Даркс, что произошло? Из дискорда пока выйду звонок. Троих это кого? Я же сказал, ты кусаешь вначале Кирса, а потом меня. Почему у меня укуса не было везде? Вот поэтому я правильно себя укусил. Жаль, что она не работает на БГ. Да, в ПВП классный херня. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. То, что ты обожался, да хуй с ним, блядь. Ты еще, сука, и меня нахуй убил. У тебя, блядь, с одной тычки убил, шевап. Ну, стрелой, нахуй, просто ебалуйся. Была рефлексия, стреля. Но ты оказался предателем. Гуляй, трэш, вытяни. Я сейчас вытяну, стой, подожди. Блядь. Охуенно, да? Нет, Кирс, я без укуса был. Типа мы неплохо ее убиваем, по сути, почти пол хп до взлетки, но... Бейте, трэш, чё стоим? Кто-то умничал во время пула по поводу кошек. У Роги это единственный сейф. Если я не прожму его на взлетке, меня шьет. Я в курсе, что кош скидывает тень. Рядом, ничего шить не будет. Да, ну тебе тем более, чего его скидывать, там как бы несложно бежать. Согласен, потом... проще выбежать и оставить кош на взлетке. Видел, я на третьем месте, короче, без этого, без укуса. Как с укусом. Гаденыш меня убедил в том, что комбо это вообще говно. Пора менять. Буду теперь у тебя шмотки отбирать. Блин, да подожди, дай даггеры забрать, если чё. А все вафли тебе. Пизда твоем, Крис. Да у меня есть уже все. Кроме Трини. И перчаток ты пятый. Это думаю, кто все это ебаное лужи зеленое льет? Так спасибо, бы сказал тебе, что это тот сама. Япончик за лану начислял. Да. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного. Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы. Слышишь, мелких? Покончим с ней. Соединитесь ко мне.
мне в этом упоении смертью! Лорей, сколько у тебя меткости и крита? Меткости 8.23, легкий перекап, крита, анбаф 64%. Дети, серьезно говорю, фетиш не спасет вот этот говно билд. Он фетиш 4 крита дает, если вы вдруг не знаете. Соло таргет больше 25 он не выдает. Конкретно дает 4.01 крита. Не бейте. 1% не добил. Кому-то на танка свеча нужен мой. Во имя серебряного авангарда. Что свеча? Постарайтесь сохранить. Митриус, никому не нужен, наверное, Митриус. Луцинь справа, вот слева. В портале у нас Денчик, просто отец. И вместе с ними Полина. Говно ты спрашиваешь? Включи на пул. Можно еще раз походить? Погоди. Суманите, пожалуйста, меняя Фисяо. Еще раз, по порталам Денчик, просто отец, черные ночи. Мгновенная смерть остается на рейде. Всех саманули. Да, вроде все на месте. А, сейчас Фисяо еще не доколоцал. Все, он тут. Танки, пул. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. Должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Вага, мы вечером тоже хуем идем? Да. У нас тут еще времени вагон, мы должны успеть закрыть ЦЛК в РСХМСХ. Не, там про другое немного. Про байеров своих, наверное. Клятву не отдам. Дмитриус хочет взять, но это пишет ГМ, как я, ну или кто-то из офицеров гильдии, и он там передаст инфу. Дмитриус хотят продвигать, вообще ролл крутного. Дмитриус, а вообще там вряд ли нужен кому-то. А что ты, кстати, клятву мне отдашь? Ты типа на себя, на своего ханта возьмешь? Конечно. Твой хант не дамажит, блядь. Ну-ну. Твоего передамажил. Вчера на роботе. О, ханта, да? Там два куска всего еще. Дискон? Нет. Вообще-то у меня Редвар тоже два куска. А ты разве не брал? У тебя, по-моему, 4 было, блядь. Нет.
Я только в опыт вчера забрал Я вчера в око забрал только третий кусок плечи, у меня остался грудак до четвертого. Что же вы мне ГП не начислили, если вы сами их будете? Ну так не начислили уже. Надо было на мейну, а че нет? У тебя что там? ПМС или что? Да, ПМС. Слышишь, Редвар, это 2-0, кстати. Если 2-0. Если ты на аварии меньше дамажишь, нахрен. У него хант там лучше надет, у него там и фалик, и, блядь, другие вещи. Там тему линканите, где проваров ныть, уже напишу. Они будут нервничать. Слудите поменьше. Кто проваров писать будет, тут обратиться в кипятильник сразу. Потому что много донатеров на варах сидят. Их не будет резать. Че это звание? Хилы, последние стаки будем дохиливать уже. Бейл, сдайте. Они в порталах находятся. Вылезут, еще дадут. Вы лучше знаете что? Напишите, чтобы про товаров оплатить. Это другое дело. Куда дальше-то? Там АОЕ очень слабый, блять. У тебя есть удар, станущий в конусе, который дает игро. Да тебе, блять, АУЕ мало. И удар грома. И, блять, АУЕшный размах. Три, блять, АУЕшных скилла, и ты говоришь, у тебя АУЕ агра мало. Ты рофлишь? Если ты бы играл варом, ты бы понимал, что вот... Ты знаешь, ты что скиллы... упало? Только лужа АУЕ и топор, который... Которые ты прям... скиллы назвал, они нихуя агро набора не имеют вообще, блять. Там только одно слово, что-то есть, а на самом деле нихуя нет. Вага, у нас перекур перед синдрой будет? Да, после трэша. После трэша из комнаты или после трэша... После трэша перед синдрой. Враска, освободи третью ауру. Мгновенное, я сюда заклятую и не зашел бы. Там Проня фалик так и не полутал.